Так, если ягодичные мышцы, да, вот вам пример, кстати, да, постизометрической релаксации. Ягодичные мышцы не расслабляются массажем, ну вот у вас не получается, да, например, просто они сжаты, то берем продавливаемые точки. Смотрите, по росту мышцы, вот тут уже начинают сухожилия, да, они раздваиваются, две икроножные мышцы, вот между ними получается точка первая. Вторая точка идет где-то 3 пальца от сгиба, вот, да, между ними точка по центру и между ними еще по центру, вот. Ну, фактически, получается, точки идут через 2 пальца, 1, 2, 3, 4, 5, там, 6 получается, да, вот. Также точки здесь, вот мышцы раздваиваются, да, вот, начинается отсюда, 1, 2, 3, 4, 5. Условно, да, не думайте, там прям попали, не попали, условно они по центру идут. Значит, что делаем? Смотрите, вот так подняли ногу, да, и просим человека работать самому. Сгибай, то есть растягивается ахиллес сухожилие, да, и распрямляй стопу. Вот давай, туда-сюда работай. А мы в этот момент достаточно сильно прижимаем точки. Давай, через боль, следующая точка, двигай, 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 еще двигай, двигай, еще, и еще двигай. Ага, еще, еще, вот, теперь смотри, стоп, расслабились, вот, расслабили его, видите, мышцы уже вон как болтается, вот, видите, теперь вот эту часть, да, я прожимаю, а ты двигай постоянно, опустил ногу, поднял, опустил, поднял, вот так вот, давай, угу. Если мышцы крепкие, то можно локтем, опустил, поднял, опустил, поднял, опустил, поднял. Опустил, поднял. Все, расслабился. Фу. И так же вот растрясли потом. Все. Вот такая индивидуальная работа для тех, у кого прям гипер зажаты мышцы.